Najpre će nam se obratiti predsednica Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković. Želim u prvom redu da se zahvalim gospođi Valentini Matijenko, predsednici Saveta Federacije, Ruske Federacije, što je prihvatila moj poziv da poseti Narodnu skupštinu Republike Srbije i da se prilikom ove posete i obrati poslanicima našeg parlamenta. Спасибо госпоже Валентине Матвиенко, председателю Совета Федерации, за то, что приняла приглашение приехать в нашу страну и обратиться к депутатам Народной скупщины Республики Сербия. Zahvaljujem se što je u vrlo kratkom roku realizovana ova poseta i da to zaista svedoči o obostranom interesu i prostoru za unapređenje naših ukupnih odnosa i za unapređenje naših odnosa na parlamentarnom nivou. Спасибо, госпожа Матвиенко, за то, что очень короткие сроки она приняла приглашение приехать сюда, и что, в свою очередь, свидетельствует о развитии наших взаимоотношений во всех сферах, и парламентских, и в других сферах. Danas smo razgovarali o veoma važnim temama koji odslikavaju naše dobre političke i ekonomske odnose. Мы сегодня обсуждали очень важные темы, которые хорошо отражают наши взаимные политические и экономические отношения. Пред всего желаем да се захвалим еще одному Русской Федерации на принципиальном ставу и непризнаванию самопроглашенной независимости Косова и Метохии, на поштованию территориального интегритета и суверенитета нашей державы и, пре свега, поштованию международного права. Хотелось бы, в частности, поблагодарить Российскую Федерацию за принципиальную позицию о непризнании самопровозглашенной республики Косово, о признании территориальной целостности и суверенитета республики Сербии. Pre svega sam i prenela našu zahvalnost što Ruska Federacija aktivno učestvuje u tome da samoproglašeno Kosovo ne postane članica međunarodnih organizacija kao što su UNESCO i Interpol. A takže ja poblagodarila gospođu Matvijenko za to što Российска Федерация приняла активное участие, чтобы не допустить принятие в международные организации, такие как Интерпол и ЮНЕСКО, самопровозглашенную Республику Косово. Prenela sam joj stav Republike Srbije da Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji i da u budućnosti neće uvoditi ni političke ni ekonomske sankcije Ruskoj Federaciji. Ja takže передала позицию Сербии о том, что Сербия не стала вводить никаких санкций в отношении Российской Федерации, что впредь не будет присоединяться к санкциям против Российской Федерации. Razgovarali smo o mnogobrojnim mogućnostima unapređenja naše saradnje kako na bilateralnom planu, tako i na multilateralnom planu. Pre svega smo stavili akcenat na saradnju naših delegacija pri parlamentarnim skupštinama tamo gde naša oba parlamenta imaju svoje delegacije, gde smo zajednički članovi tih međunarodnih organizacija. Далее мы обсуждали взаимное сотрудничество, двустороннее сотрудничество и многостороннее сотрудничество во всех этих площадках международных, парламентских, где принимают участие обе страны. И, пре свега, разговаривали смо о статусу делегации Русской Федерации у парламентарной скупштини Совета Европы. Мы также обсуждали статус делегации Российской Федерации в парламентской ассамблее Европы. Где е неправедным политическим санкциям, которые увела парламентарная скупština Совета Федерации, отузето право гласа делегации Русии. Где благодаря несправедливым, значит,
лишением Российской Федерации голоса, права голоса в Совете Европы, значит, допущены были грубые нарушения правил и международного права. Сербия смотрит, что санкции не доносят никакого решения. Сербия считает, что санкции никогда и ни в коем случае не являются решением. Ведь само створяет проблем. А они только лишь создают проблемы. И да делегации парламента Русии мора да се врати полноправно членство у той организации и право гласа. Jer osnovna svrha rada parlamentaraca je uspostavljanje dijaloga. I što v obavezatelnom poradke nada vrnuti голос и право голоса, которого лишили Российскую Федерацию, потому что именно это и является, значит, смыслом работы Парламентской Ассамблеи Европы, значит, чтобы обменялись мнениями депутаты разных стран. Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije, koji su članovi različitih parlamentarnih delegacija pri parlamentarnim skupštinama i Saveta Evrope, Interparlamentarne unije, Crnomorske ekonomske saradnje, blisko sarađuju i sarađivaće sa svojim kolegama iz Dume i Saveta Federacije Ruske Federacije i nikada neće glasati protiv interesa Ruske Federacije. Наши депутаты, которые принимают активное участие в работе органов Парламентской Ассамблеи Европы, Черноморского сотрудничества и других парламентских международных организациях, будут сотрудничать со всеми депутатами от Российской Федерации и никогда не будут прекращать это сотрудничество. A sada bih zamolila gospođu Matvijenko da nam se obrati. Izvolite. Прежде всего я хочу поблагодарить госпожу Гойкович за приглашение делегации Совета Федерации приехать в вашу замечательную страну, Белград, и продолжить наш парламентский диалог. Pre svega, ja bih želio da izrazim veliku zahvalnost predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospođi Gojković, na pozivu za delegaciju Saveta Federacije da dođemo u vašu velelepnu zemlju i da nastavimo međuparlamentarni dijalog. S velikim udovoljavanjem hoću otmetiti što naše parlamentske sotrudničstvo, vzajemodejstvo posljednje godi очень активно, динамично развивается благодаря усилиям госпожи председателя, депутатов Народной скупщины и Федерального собрания Российской Федерации. Sa velikim zadovoljstvom ja bih želio da istaknem da naša parlamentarna saradnja, naše parlamentarno uzajemno delovanje posljednjih godina vrlo aktivno se razvija i sa velikom dinamikom, zahvaljujući naporima gospođe predsjednice Narodne skupštine, poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, kao i Federalne skupštine Ruske Federacije. I međuparlamentarno sotrudništvo stalo važnoj sastavljajućoj naših međugospodarstvenih odnošenja. И межпарламентарная сорадня постала важен битен элемент наших междудержавных отношений. Коллеги, отношения между нашими странами, между нашими народами носят особый характер. Это отношения братства, взаимопонимания, взаимной поддержки, искренней, подлинной дружбы. Коллеги, односы измеджу наших земель характеришу своим характером као братство, као взаимное разумевание, взаимная поддержка и абсолютно искренно, истинное приятельство. И с каждым годом отношения между Сербией и Россией получают развитие в самых разных сферах. Это по-настоящему динамичное, полномасштабное, взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики, науки, образования, культуры. И сваке годины односы измеджу Руссии и Сербии добие новый замах у абсолютно различитым сферам. Могу да кажем, да то е новый замах у сферам и привреде, и образования, и науки, и культуры. На протяжении всей продолжительной истории наших отношений мы всегда поддерживали друг друга, мы всегда в трудные минуты подставляли плечо друг другу. Током нашей дуги и компликованной истории взаимных отношений мы свакок пута поддерживали один другого, свакок пута мы пружили раме едни другим.
И это не только в прошлом, это и в настоящем. Госпожа Гойкович уже сказала об этом, что Россия последние годы поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Югославию по Косово, поддерживать Сербию по Косово. Мы не признавали и не признаем незаконное провозглашение самостоятельности государственности Косово. И то не само у прошлости, то и у садашности, когда Русия поддерживала Сербию. Как что я ведь вспоминала госпожа председница Гойкович, Русия ее поддерживала, поддерживает и хочет поддерживать Сербию. Могу да истакнем и да подтвердим, да ведь мы поддерживать Сербию везено за питание Косово. Мы не смо признавали и нечему признавать незаконито проглашену державность Косово. И мы благодарны Сербии, сербскому народу, руководству Сербии за их позицию непризнания незаконных санкций против России и развития активного сотрудничества в экономической сфере, взаимовыгодного сотрудничества. И мы смо захвалны Сербии, сербскому руководству, сербскому народу на том, да они не су признали и не признают незаконито проглашены санкции против Руси. И захвалны смо ними на том, да они уложат все напоры на ніхвим активностима на развою економські сарадні збежу наших земель. И мы условились и дальше активно поддерживать межпарламентское сотрудничество, тем самым создавая условия для дальнейшего продвижения наших отношений вперед. И мы смо се договорили да активно поддержаваму далі развой наше междупарламентарне сарадня, створюючи на таков начин условия за далі промовисення наших односа унапред. Hvala najljepše. Podsjetiću vas da u 15 časova počinje posebna sednica na kojoj će se obratiti gospođa Matvijenko, te unapred se zahvaljujem na razumevanju što nemamo vremena za pitanja. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.